Я нами, но где-то в середине наших взаимоотношений он перехватывает инициативу. И все то же самое. Раз, два. И тут мое движение в него, но я услышу. Что здесь осталось так же, как и было, как я пытаюсь вам донести сегодня? Захват. Захват. Знаете, насколько он важен вам все время. Помимо захвата, это дистанция. Может быть, не захват, может быть, контакт, когда вы сможете прочитать то, что вам выгоднее, и вы быстрее сможете использовать. Еще раз. Спасибо.